Верховный суд Испании решил оставить под стражей бывшего замглавы Каталонии Ореола Жункераса. В постановлении инстанции говорится, что судья также принял решение о заключении под стражу без залога для их советника по внутренним делам Жоакима Форна и лидеров Национальной каталонской ассамблеи Òmnium Cultural Жорди Санчеса и Жорди Куишарта. Другим шестерым бывшим членам кабинета, которые были заключены под стражу 2 ноября, разрешено выйти на свободу под залог 100 тысяч евро. Прокуратура обвиняет бывших членов каталонского правительства в бунте, мятеже и растрате.